Доброе утро! Сегодня в рубрике «Великий и могучий» с Алевтиной Николаевной Спиранской, кандидатом филологических наук, мы будем говорить о речевом этикете. Это как раз то, что никогда не отменялось, но очень часто изменялось. Здравствуйте, Алевтина Николаевна. Скажите, пожалуйста, в речевом этикете есть ли какие-то нормы и так ли принципиально важно им следовать? Здравствуйте. Конечно, нормы существуют. И самая главная, пожалуй, норма – это с кем вы разговариваете. То есть нужно учитывать, какой собеседник перед тобой. В дальнейшем, то есть какой выбрать из предложенных средств – поздороваться на «ты» или на «вы», поздороваться «здравствуйте» или поздороваться «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер» – это уже от собственной культуры человека и от собеседника, который перед нами в данную минуту, в данный момент есть, стоит, существует. Но ведь когда собеседника нет, то есть когда нужно телеведущему попрощаться или поздороваться, тогда дело немножко осложняется. Приветствие. Здесь разнообразие языковых средств. Я имею в виду от полного литературного варианта типа «добрый день», «здравствуйте», до разговорного «здрасте», «привет», «салют». Еще раз напомню, что в зависимости от собеседника, как им обоим нравится, так они и приветствуют друг друга. Здесь главное только что? Показать, что тебе приятно видеть твоего собеседника. В деловых отношениях это будет более громоздко, более литературно, что естественно. А в неформальных дружеских это будет более упрощенно. И это родители, учителя и прочие взрослые товарищи должны принимать как факт. Скажите, а нужно ли здороваться в течение одного дня с человеком, которого видишь неоднократно? Словесно поздороваться обязательно нужно первый раз, когда ты видишь человека. А потом в течение дня можно использовать другие средства, например, мимику и жесты. Просто кивнуть, улыбнуться. Это тоже элемент этикета, который, когда мы показываем, что человек нам приятен, это тоже своеобразное приветствие. Я тебя вижу, я тебя узнал, я тебя рад. Прощание. А как правильно прощаться? Прощание, так же, как и приветствие, тоже многообразно. То есть в зависимости от нашего собеседника, от нашего собственного возраста и речевого уровня. Можно сказать «всего доброго», «до свидания», «до встречи». Можно сказать «пока». А можно и очень популярным среди молодежи, вот этим переводом с английского языка «бай-бай» – это по-английски, а по-русски мы перевели и говорим друг другу «пока-пока». Тоже средство, хоть и заимствованное, оно очень популярно у молодых людей. Благодарность. Интересный элемент этикета – это благодарность. У нас всего несколько слов – это «спасибо» и «благодарствуйте» или «благодарю». Ну, я думаю, что «благодарствуйте» уже не используется почти нигде. «Благодарю» очень редко, поэтому самым популярным является «спасибо». Я заметила, что это «спасибо» мы говорим очень-очень редко. Даже в тех ситуациях, когда можно было его произнести, моментально вам предложила кондуктор билет, вам подали покупку, вам помогли примерить пальто. Перед вами открыли дверь. Студент, молодой человек, девушка. Почему мы не благодарим друг друга? Для меня это загадка. Извинение. Сказать «простите» или «прости», «извините» или «извини» нужно с легкостью и спокойно. Нам нужно не стесняться извиняться. Там, правда, только есть один запрет. Ни в коем случае нельзя говорить «извиняюсь». То есть вот этот вот «все» нужно из этого слова убрать и никогда его не произносить. И это слово звучит только в прямой форме. То есть «извините». Так, либо «извините меня», либо «я прошу прощения», но ни в коем случае не по-другому.